Эй, русский, привет! Заходи, друг! Племянник Лидочки, та, которая вместе с Левой и Сеней в прошлом годе приезжала лечить свой ревматизм по совету Римочки, двоюродной сестры Аркаши Шлейзона. Того самого Аркаши, что протнул свое колесо перед самым домом Бори и Эдика Коган. Только ради бога, не подумайте ничего дурного. Они не живут вместе, а просто братья. Борин и Эдик. Вот, сын Эдика, Сёма, тогда помогал дяде Натану менять то самое дырявое колесо. Так вот, в тот самый момент мой муж Яша подавал ему ключи. Правда, Яша? Come on, русский, come on, брос! Так и я так и говорю! Должен был звонить Зорик, племянник Лидочки. Большой дом, красивый, хозяин-то, наверное, бизнесом занимается. Ай, Яша, не трепи мне нерв. Куда все время ходит этот цыган? Таки до вас дозвонился Зорик. Мы можем у вас остановиться на ненадолго. Годика на два. Дизигур. Нема питания. Be comfortable. Help yourself. Yes, yes, help yourself. Какой вы джентльмен, однако. Таки какую комнату мы можем занять? Окей, go upstairs, second floor. Приемем сички. Яша, шо ты застыл, как тот вареный петух с привоза? Давай шагай наверх. Очень даже миленько. Пора доставлять наши вещи из аэропорта. Я надеюсь, ты не потерял ту визитку, шо нам дал Алик перед отъездом. Алик сказал, что это лучшая компания по перевозкам в городе и недорого. Яша, не дави мне на нерв, пожалуйста. Или ты сейчас звонишь в компанию, или ты звонишь в аэропорт за обратным билетом. И таки летишь к Алику за новой визиткой. О, так вот же они. Кто, где? Таки, на этой, грузилке. Попались, голубчики. Уже звоню. Дорогая, посмотри вниз, пожалуйста. Я только позвонил, а они уже здесь. Умоляю тебя, Яша. Алекс сказал, что это просто ракета. Яша! А что это за запах? Здесь всю дорогу чем-то пахнет.
Похоже на сено, дорогая. Скажите, чем здесь всю дорогу пахнет? Oh, this is not a drug. This is just a marijuana. А, marijuana. Oh. Вот Яша. Какая хорошая женщина. На дворе весна, она уже сено заготавливает. Жена, наверное. О, нашел. Драг. Лекарства, препараты. Он, похоже, лекарь, дорогая. Доктор! Уважаемый человек, Яша. Вот в какой дом я тебя привела. Наркотики. Я вспомнила. Это то самое лекарство, что курил этот стихоплет Либерман. После чего по 3 дня разговаривал с пальмой у себя в саду, думая, что это его покойный дедушка Бурук Натанович. Фу, лекарь. Поздравляю! Похоже, ты таки привез нас в наркоманский притон, Яша! Не вздумай высовывать свой нос, Яша. Я не желаю, чтобы ты встречался со своими родственниками из Бердичева, особенно с этим дядей Рудиком. Царствие ему небесное. Что? Совсем с ума сошел? Какой идиот тебя покрестил? What is that shit? This is amazing. You got more? Что он сожрал на этот раз, дорогая? Это была маца, которую приготовила для нас тетя Фира и велела скушать на ближайший шаббат. Так что, шалом шаббат, Яша. Шалом шаббат, дорогая. Не знаю, как ты, дорогая. Но я туда больше не вернусь. Яша, перестань сыпать тоской по песку. Ты и так уже весь бледный, как спирохета. Включай свой аппарат, который у некоторых называется мыслительный. Нам надо срочно съезжать с того борделя, пока этот цыган нас не сожрал. Неплохая газета эта твоя музилка, Ванкувер Экспресс. Смотри, улыбаются, как те передовики производства с доски почета. Собаки какие-то. Let's go. Good boy, good boy. Come on, come on. Смотри, как похоже. И дядька тоже похож. Какой прелестный песик. Джекс, come on, let's go. Мужчина, стойте, пожалуйста! Мы же это! Вы же риэлтор. Помогите нам, пожалуйста. Нам жить негде. Так, давайте успокоимся. И рассказывайте, что у вас случилось. Thank you.
я все понял. Вы хотите купить себе новое жилье? Да, мы очень хотим. Ну что ж, тогда пошли ко мне в офис и подберем вам пару вариантов. Яша, звони быстро в эту компанию по перевозкам. Пусть забирают из этого борделя наши вещи. Мой вам совет. Если вы не хотите иметь проблемы с жильем, обращайтесь не к поцам, а к профессионалам. Так вы и деньги сохраните, и на валидоле сэкономите. Забыл он. Ну шо, пойдем, пришли? Вроде казался приличный человек, стоял, мучил. Сам ты, понял? Кажется, я договорился. Ну молодец же, вот можешь же, когда захочешь.